Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. У нас второй день, я забираю 25 миллионов рыбы по нашему, так сказать, календарю. Ну и сегодня, как я обещал, будем допроходить то самое событие, которое начали вчера. Так, здесь мы с тобой обменяем вот это вот, и лопатку я тоже заберу. Плюс посмотрим, что нам принес беззубик. 1 миллион древесины. Но, по-моему, задание должно быть выполнено. Так точно. Я чуть не зажарился на острове огнеедов. Хорошо, что нам удалось охладиться в темных водах. Еще 5 миллионов рыбы мы получили. Принцесса огнеедов? Звучит не очень-то опасно. На самом деле, принцесса огнеедов — один из опаснейших драконов. Даже ее шкура настолько горячая, что к ней невозможно прикоснуться. Подумаешь, все равно не понимаешь, что в ней такого особенного. А как тебе такой факт? Если у другого дракона погаснет пламя, особенно если он из класса кочегаров, то яд огнееда может разжечь его снова. Правда? Пожалуй, разместить одного такого дракона на Олухе было бы неплохой идеей. Согласен, согласен. Икинг, пока ты скитался по всем известным и неизвестным островам Большого-Прибольшого океана Одина, трон вождя в зале совета покрылся пылью. Но ты же знаешь, плевака, как я был занят, путешествовал, обучал драконов, наблюдал за побережьем. Тебе не удастся избегать этого вечно, парень. Это твой долг, твоя новая обязанность. Трон вождя до сих пор кажется мне троном отца, но я привыкну. Так, 35 рун. Ты хорошо провел свое первое деревенское собрание, Айкинг. Твой отец был великим вождем и оставил после себя большое наследие. Ага, и большой трон. Неспроста его прозвали стойком обширным. Можно мне предложить другую подушку? А то я проваливаюсь чуть ли не до пола. Ну что, Астрид, каково это быть девушкой вождя Олуха? Замечательно, плевака. Мы постоянно с нетерпением ждем, когда сможем увидеться. В основном ждем, а не видимся. Потому что у нас на это нет времени. Звучит не очень здорово, но я знаю, как вам помочь. Видишь, если с головой уйти в работу, не придется беспокоиться о проблемах в отношениях. Так, еще 15 миллионов рыбы мы получаем. Плевака, проблемы в отношениях с Икингом никуда не исчезли. Просто какое-то время мне было не до них. Астрид, а мне это всегда помогало. Но ты же живешь один, плевака. Тоже верно. Сынок, ты чего такой мрачный? С чего бы начать? Столько всего нужно сделать, например, улучшить академию. А еще у меня проблемы с отношениями, но не хотелось бы обсуждать такие вещи с мамой. Что за чушь? Пойдем, я помогу тебе с академией, заодно и поговорим. Хотелось бы мне, чтобы воспитывать детей было так же просто, как обучить драконов. 15 миллионов рыбы еще получили. Знаешь, сын, чтобы построить отношения, нужно уделять им достаточно времени. Ты права, вот только забавно слышать это от женщины, которая не видела мужа 20 лет. В этом нет ничего забавного, сынок. Как раз по этой причине я знаю, что говорю. Плевака, ты не видел Астрид? Видел, парень. А вот ты, похоже, давненько ее уже не видел. Так когда нам с ней видеться, работа не в проворот. Я собираюсь в ледяные пустоши, поищу яйца и заодно испытаю летный костюм при низких температурах. Осторожнее, Икинг. Холодный прием может тебя ждать не только в ледяных пустошах, если ты понимаешь, о чем я. Кажется, плевака пытался на что-то намекнуть, но разбираться в этом нет времени. Пора в ледяные пустоши. Поищите лохматого воя в ледяных пустошах. Вот так вот. Ух, ё, ничего себе. Вот это круто выглядит. Поехали. Естественно, бесплатно. Все. Так, ну что у нас тут в шкатулочке? 20 рун. Замечательно. Так, ты получил у меня уровень, насколько я помню, да? Давай-ка мы тебя еще немножечко потренируем. Ветрокрыл, как всегда, 3 железа. Спасибо, бро. Лети дальше. Ищи. Древоруб, не скучай. Дровишки тебя ждут. Громоль, то же самое. Так, ну что ты мне тут принес, барсик? Давай посмотрим. Руны. Ну что-то мне подсказывает, что нам выпадут опять шестеренки. Да ладно, неужели руны?
Да еще и 12 штук, ну спасибо большое. Наконец-то дома. Как мне всех вас не хватало, даже сморкалы. Надеюсь, все хорошо отдохнули, потому что на Олухе еще полны работы. Не знаю, как остальные, но мне, пожалуй, нужно отдохнуть после моего отдыха. Так, 6 монет Одина. И загадочный пак. Кошмарный пристиголов, кревет, громыль и чуть-чуть ресурсиков. Ну что же, шикарненько, я тебе скажу. Плевака, я хочу, чтобы ты покинул Олух. Покинул Олух? Я сделал что-то не так? Нет, нет, ты меня неправильно понял. Я хотел сказать, что тебе нужно взять перерыв, развеяться. Даже не знаю, у меня тут столько дел. Доверься мне, плевака, отдых тебе не повредит. Может, Икинг и прав, в последнее время я сам не свой. Завершите приключение плеваки и ворчуна. С удовольствием, но ворчуна-то у меня пока нету, друзья. Вот в чем проблема-то вся. Как только ворчун у меня появится, обязательно закончим это задание. Так, ну что, здесь, как мы видим, две шестеренки, но мы продолжаем с тобой поиски и сделаем вещи сардельки. Пускай ищет бесплатно. Так, сарделька прилетел. Барсик, а ты что? Слушай, а давай мы тебя прокачаем. Да, пускай он у нас тренируется. Так, кривоклык. Я думаю, что тебя, наверное, тоже нужно прокачать до 80-го. Блин, у меня уже академка забита. Тогда лети в приключения. Ух, какой классный, ребята, скин. Ну и цена, конечно, у него тоже очень классная. Лети. Грамгильда. Какие у тебя тут успехи? Понятно. Это яйцо кипятильника, насколько я помню. Ладно, пускай летит дальше по делам. Не буду я ей мешать. Так, древоруб. Вперед. Костолом, не грусти. Двигайся. Так, эти ребята у нас уже тренируются. Так, на обменке мы все сделали, что нам нужно было. Что у нас тут? А тут все тихо. Вот, кстати, и принцесса огнеедов. Вот так она выглядит, если кто вдруг не знает. Так, здесь у нас за работу, ребята. За работу. Ресурсы, как говорится, еще никто не отменял. Поэтому все шуршим, все собираем. Рыбку? Спасибо. Древесинки? Тоже спасибо. Так, здесь у нас что-то... А, прокачка идет. Идет прокачка. Так, секундочку сейчас. А вот здесь у нас, да? Заберем, отправим. Слушай, а модификрылка... Блин. А, ну да, мы же ее сделали титаном. Теперь нужно нам ее прокачивать. Слушай, подожди, а с чего вдруг у меня в академке нету места? Это с какого вдруг перепуга? Слушай, а давай-ка мы, наверное, улучшим с тобой, да? Вот так вот. Неужели у меня все забито здесь? Два дня. Ничего себе, 11 часов 7 часов и 1 час 20 минут. Это Буйволорд, он скоро получит, ребята, уровень. Ну что же, пускай он пока тренируется. Что я хотел сделать? Давай, наверное, мы с тобой возьмем пак. Это, во-первых, монетки Одина. И дальше у нас начиночка. Так, громобой, древоруб, крылатый ужас, капля ресурсов. Так, и заодно глянем, наверное, бесплатный, я думаю, да? Что добру пропадать. Монеты Одина, кстати, у нас уже накопилось 164 монеты. И древоруб, шторморез, острокрылый змеевик. Ну и опять ресурсы. Так, это закрываем. Да, отказаться. Что у нас тут еще остается? Ага, легендарных надо посмотреть будет еще. Так, громобой выпадает и громоль. Громобой защитник. Так, следующий пак мы с тобой ставим на открытие. Идем на наших легендарных драконов. Все, спасибо. Так, следующий. Смерть. Чешуйка и тусклый янтарь. Так, ну что, на поиски. Так, друзья мои, у нас есть что-нибудь? Ну, только одно событие, мы его, в принципе, сегодня и пройдем. А вот здесь я хочу забрать наши... Так, секунду, обмен.
Прошел. По-моему, у нас хватает янтаря сделать еще, да? Так, точно. Так, на обмен мы с тобой поставили. Теперь давай здесь доберем 75 тусклого янтаря. Взяли 50 склянок. Отправить драконов в два приключения. Это еще 50 склянок. И обучить трех драконов. Также получить 300 миллионов единиц древесины и рыбы. Но это мы можем с тобой сделать все по-ускоренному, да? А насчет рыбы делается вот так. Насчет древесины делается вот так. И эти задания мы выполнили. То есть получаем здесь 30 склянок. И... Стоп. Стоп. Ага, с древесиной промахнулся. А древесинки-то больше у меня нету. Вот это беда. Ну, я надеюсь, мы сейчас с тобой это все получим. Ух, вот здесь, здесь отлично, ребята. Так, получите в схватке трофей 500. А, 500 трофеев, понял. Обучите 30 драконов. Победите в стремительных... Так, в стремительных драконов в схватке. Где же я их, блин, смогу? Здесь только... Так, ладно, пойдем с тобой на события. События у нас, ребята, сегодня должно быть пройдено. И мы, как говорится, приложим все усилия для того, чтобы, как говорится, финишировать в нем. Так, волны здесь будет две штуки. Ты сам прекрасно видишь, кто здесь, да? Клыва Крив. И мы сейчас будем его потихоньку разбирать. Но не забывай, что волны две. И надеюсь, никаких вылетов у нас не будет. Не хотелось бы мне покупать, тратить руды, дополнительную энергию. Так, последняя волна. Здесь я вижу шепот смерти, Громыль и Костолом. Естественно, начинаем с шепота смерти. Почему именно с него начинаем? Потому что, ребята, супер удар он делает на минимальной энергии. То есть ему нужно всего лишь 3 энергии накопить, чтобы сделать свой супер удар. Но, если честно, не все шепоты делают супер удар, по-моему, на 3 энергиях. Только тот синий, так сказать, классический. Остальные делают, но что-то, по-моему, другое. Не буду сейчас врать, как говорится, утверждать что-то, а то потом скажете: о, опять не тут и ляпнул. Но все шепоты смерти делают свои суперудары очень рано, на малой энергии. Это сейчас кого-то... Барсику досталось, к сожалению. Ну, нам тут без хила-то будет плохо. Если ты хочешь знать мое мнение. Но здесь последняя волна, поэтому я думаю... Особо не будем тут что-то делать. Конечно, Барсика потеряем, это понятное дело. Но, поверь мне, им тоже тут не жить. Во-первых, можно вот так сделать. Усануть. Ох, с крита мы его вынесли, этого Громыля. Ну и, как ты понимаешь, Костолом, ну что он сейчас? Мы его сейчас, естественно, в слепоту. И после этого будем разбирать уже. Так, сейчас он ударит. Так, ну что, укусик ему делаем. Все равно он сейчас слепой, ничего нам не сделает. Ага, ага, разбежался. Споткнулся и ничего у него не получилось. Так, понижаем ему сразу же броню, укус. Ну и в принципе все, ему крышка, ребят. Шикарно. Крутим колесо. Забираем с тобой... О, загадочный пак. Это он летит на почту. И забираем с тобой 100 рун. Так, и следующий поединок у нас уже будет с мини-боссиками. Так, ладно, ребята, сейчас я отойду, но быстренько вернусь. Ну что же, давайте посмотрим, что здесь за мини-боссики. Кто они? Надеюсь, быстренько мы с ними разберемся. Ну-ка, покажите. Так, я вижу Громорог и Душитель, но это еще не боссы. Кстати, 3 волны здесь будет, поэтому мини-боссы, скорее всего, будут уже на самой последней. Так, пока с тобой попробуем завалить Душителя. И вроде бы как успеем, да? Он ничего нам не сделает. Отлично. Так, поехали теперь валить Громорога. Наверное, хиль... Нет, хильнуться, думаю, что не стоит. Давай вот так ударим. Что он будет делать? Кривоклык, да? Решил атаковать. Ну что же, это его право. Блин, давай просто укусим.
Да, добили. Переходим на вторую волну и смотрим, что у нас тут. Ох, ёк, макарёк, серьезно? Два кошмарных сюда воткнули. Кошмарный пристиголовый здесь и водорез. Водорез промахнулся. Так, короче, я понял. Решили они все-таки мне затравить Барсика. Сделаем, наверное, вот так все-таки с тобой. Дальше. Сюда. И на отхилочку. Вот таким вот образом. Но сейчас, скорее всего, вот этот охламон будет бомбить свои фаер... А, нет, уже не будет, потому что водорез потратился. Так, слушай, наверное, мы все-таки будем вот этого уничтожать. Еще одного, как говорится, пристиголового. Плюс отхил. Да чтоб тебя, заколебало на самом деле. Ты посмотри, сколько. Ох, ё-моё. Ладно, минус один. Давай прожимать теперь водореза. Хильнуться мы, к сожалению, не сможем. Лишь бы не завалил он мне штормореза. Фу. Нам повезло. Так, а здесь у нас кто? Два водореза, я смотрю. Так, мы ходим первыми, да, получается? Я думаю, что все-таки надо вот так сделать. Это на всякий случай. На всякий, ребята, случай. Потому что если они начнут атаковать штормореза, он, естественно, не выдержит и рассыпется у нас тут. Так, с пониженной броней нам будет проще. Так, этот кого будет атаковать? Нормуль. Переключился он на Барсика. Мне нужно вот этого гаденыша уничтожить. Так, делаем с тобой отхил. И начинаем бомбить второго водореза. Да ты запарил, а? Что вы прицепились к моему шторморезу, а? Скажи мне на милость. И этот туда же, а? И этот туда же. Как по накатанной. Так, давай отхиливаемся. Сейчас опять водорез 100% будет бомбить сюда. Нет, смотри, он переключился почему-то на кривоклык. А этот кого будет бомбить? Штормореза. Ну что, водореза мы с тобой уничтожаем. И остается у нас вот этот охламончик, которого мы быстренько с тобой сейчас должны забомбить. Все, я в принципе ничего не боюсь, потому что ничего он нам не сделает. И на дорожку еще хильнемся. Но это уже так, понтовки. В общем, победили. Крутим колесо и забираем с тобой древесину. 175 миллионов. Окей. И плюс мы еще забираем с тобой загадочный пак. Получается у нас раз, два и три, да? Три поединка, как раз три энергии. Все рассчитано с точностью до мелочей. Ну что, побежали. Это у нас проходящий бой. Никаких мини-боссов, ничего такого не будет. Будут обычные у нас драконы. Так, это у нас кто? Острокрылый змеевик или злобный змеевик? Вот как их различать можно, а? Скажи мне на милость. Ух, на, тогда получи. Чуть-чуть бы и смогли бы его добить. Ну ладно. Вот что мы с тобой в ответ получили. Понижение атаки, представляешь? Ох, ё-моё, тут, конечно, командочка еще та. Но я, наверное, все-таки буду начинать со скалотряса. Хотя этот парень мне тоже не особо нравится. Так, все-таки он успевает сходить. Но мы с тобой хильнемся сейчас обязательно. Мы будем делать отхил. Давай вот сюда сделаем атаку. Залечим наши боевые раны. Ох, сейчас, по-моему, фаербол будет. Он промахнулся. Друзья, он просто-напросто промахнулся. И это очень хороший знак. Потому что мы его сейчас уничтожаем. И что у нас тут? В плане, на последней волне всего два. Странно. Ну давай с водореза начнем, наверное. Понижаем ему защиту. Кривоклык, ты готов? Кривоклык всегда готов. Что ты сделаешь? Понял. Добиваем и, друзья мои, понижаем здесь, естественно, защиту, так как это страж. Стражи у нас и так самые такие крепкие, но все-таки он делает разбег и по шторморезу он врезает. Ну что же, гаденыш. Кого на этот раз? Опять штормореза будешь бомбить? Нет? Кривоклык? Тогда крышка тебе. Ну что, очередная победа. Крутим и забираем с тобой древесину. 25 миллионов. Скудненько, ну а что поделаешь.
Так, и вот у нас уже пошли с тобой мини-боссы, и в конце будет уже боссецкий. Почему-то мне кажется, что мы справимся. По крайней мере, у нас с тобой очень много плодов мудрости и прилива сил. Я думаю, что этого нам будет достаточно для того, чтобы выиграть. Видишь, да, прилив сил 2 штуки и плодов мудрости 3 штуки. Так, наверное, начну я вот с этого хламона. Хотя я, честно говоря, не очень хочу, чтобы здесь кревет еще выпендривался. Ну да ладно. Так, что он там будет? Ага. Решаем тогда вот так вот. Понижаем ему, друзья мои, защиту. Дальше делаем укус. А что он сейчас будет делать? Твою налево. Ну, добиваем, короче, его. Жалко, у нас здесь мало здоровья. Не забывай, что у нас еще две волны впереди. Придется вот так вот делать. Ну, что ты хотел? Так, теперь по кревету. Так, Громоль. Громоль что-то хочет. Трындец просто расписывает, прикинь. Так, ладно, мы с тобой сейчас еще хильнемся. Хоть как-то немножко себе здоровье восстановим. Это мини-боссики? Ну да, ребят, это мини-боссики. Именно с них мы начали. Ну что? Давай, наверное... Да что такое-то, не могу. Вот, кусаем. Делаем вот так вот атаку. Понижаем. Нет, не буду я ничего понижать, просто укусим. Потому что он 100% сейчас опять сделает фаербол. Ну и что-то, ну да, да, да. Вот поэтому я не стал его атаковать, для того, чтобы мы могли с тобой сейчас просто-напросто хильнуться. Так, вторая волна, кто у нас тут? Мини-боссик, это кошмарный престиголов. Вот я и не знаю, вот этот, кстати, у нас жарит огнем. Да они тут все, по-моему, жарят огнем, как я посмотрю. Давай просто укусим. Так, сейчас будут, ё-моё, сейчас они будут втроем все ходить. Этот, потом змеевик. Потом нам дадут передышку некую. Если так ее можно назвать, передышка. Так, в принципе, должно сработать. Угу. Почти фул хп мы с тобой сделали. Давай, наверное, будем вот этого, наверное, валить, я так думаю, да? Да что ж ты, он всем, ребята, понижает атаку. Это змеевик, вот в чем проблема. Давай-ка я, наверное, просто укушу. Я не знаю, что мне сейчас ожидать от них. Даже не могу уничтожить, прикинь. Сейчас что-то будет противное. Угу, просто ударил. Теперь сюда, звезданем. Наверное, сделаем с тобой отхил. И вот сейчас что-то будет. Фаербол обычный. Я думал, что он сейчас массовое пламя врубит, но нет. Атака и добивка. Переходим с тобой на последнюю, третью волну. Ё-моё, и тут все стражи. Ребята, все стражи. И я даже не знаю, давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Хиляться я пока не хочу. А, ну да. Да-да-да. Тогда давай просто понизим броню. Раз такая пляска пошла. И будем его бомбить. Громорога. Если что, будем применять с тобой прилив сил для того, чтобы отхиливаться или еще что-нибудь делать. Ну, ты что там? Так, теперь хочешь не хочешь, а нам придется захиливаться. Кстати, смотрим, кто ходит. Так, ходит этот. Потом, ладно, нормально все. Надежда на то, что громобой ничего нам такого не сделает опасного. Так, у этого не хватает энергии сделать заморозку. И, скорее всего, нам придется на него вешать слепоту. Но они, видишь, атакуют моего... Блин, как быть-то тут? Ну ладно, давай, наверное, так сделаем. Теперь просто укусим. А вот этого паршивца нам придется с тобой держать вот так вот, в слепоте. Да-да-да-да-да, я именно так и думал, что он сделает. Ух, ты представляешь, если бы мы были бы на этом месте дракона? Как бы нам тут не сладко, а, было бы. А, так, у него слепота действует пока еще, поэтому давай его тормошить. Вот в данный момент мы в безопасности. Вот теперь, когда у него слепота слетела, естественно, нам нужно будет еще раз повесить. Ну и, естественно, дальше продолжать его бомбить.
Окей. Так, атакуем. Не будем, наверное, пока понижать броню. Укус. Ну, что-то там задергался. Раз, два. Все, вешаем слепоту. Это уже последнее, потому что, да, больше нам не нужно. Мы его и так разнесем. И добивка. Все, ребят, по красоте. Все разыграли как надо. Ну что, крутим. И выпадает нам с тобой 175 миллионов древесины. Окей. Значит так, забираем с тобой пак ареновский. По-моему, сразу будет открываться, насколько я помню. Ну, да. Лаварык, древоруб, кревет, кошмарный пристеголов, громоль защитник, громобой защитник и кривоклык. Ну что, ребята, а теперь финалочка. Босяцкий, не знаю уж, кто там будет. Волны здесь две. Тут еще и мини-боссики плюс стальной капкан. Вот. Его-то здесь, блин, мне и не хватало только. Он мне сейчас все карты здесь путает, потому что мне надо как бы вот этим заниматься. Ну и стальным капканом тоже нельзя, ребята, брезговать. А этот очень сильно кусается. Тю-тю-тю-тю. Если он вот это вот начал... Если он вот это начал, то... Короче, смотри, что я сделаю. Так. Этого переживем, надеюсь, атаку. Вот сюда вешаем слепоту. Надеюсь, он поработает на нас отлично. Спасибо огромное. Теперь будем... Наверное, надо было нам его атаковать. Нет, все-таки сделаем так. Пускай он его кусает или что там будет делать. Вот. А этот будет сейчас кого-то таранить. И это у нас кривоклык. На самом деле не очень удачно все у нас получается. Так, короче. Нет, лучше сделать вот так. И добиваем. Хотя бы от одного избавились. Ну что ты там? Поехали, ребята. Так, нам, наверное, надо будет... Ага, хильнуться я не смогу. И еще одну атаку я, наверное, не переживу, да? Тогда сделаем так. Кусаем. Что он будет делать? Бафаться или суперудар у него? Воу-воу-воу! Тихо! Ты что творишь? Упырь! Ну ничего себе, ребята, он вжарил. Кто тут босс? Два громорога плюс вот этот хламон. Не знаю, ребят, что за хламон, надо его начинать уничтожать в первую очередь, мне кажется. Так, допустим. Посмотрим. О, ну как всегда. Неужели Барсика потеряем сейчас, а? Ай-яй-яй-яй-яй, Барсика-то мы потеряли по ходу дела. Твою налево, а. Очень плохо. Очень, друзья мои, плохо. Надеюсь, никаких... Блин, сделал суперудар все-таки, а. Промахнулся. А ты? Попал. Ладно, здесь ничего страшного. Хиляемся, ребята. И начинаем уничтожать вот этих вот теперь. Но они зеленые, у них атака не такая сильная, как у красных там или еще кого-нибудь. Это все-таки больше стражи, чем бойцы. Но все равно мало приятного. Естественно, тут надо только через понижение защиты, если мы хотим их быстренько уничтожать. Но не забывай, что у них есть возможность повесить на себя щиты. И, по-моему, отхиливаться они могут. По-моему, так. Но это не точно. Сейчас только с одним разберемся, и дальше уже пойдет попроще. Блин, надеюсь, мне шторморезы-то не бомбанут. Промахиваются, очень часто промахиваются, это хорошо. Так, применяем. Захиливаемся, атакуем. Вот, вот-вот-вот-вот, я про это тебе говорил, видишь, он вешает щиты. Что-то как
как-то слабо. Неужели такой настолько мощный прям щит у него? Ну ладно, допустим. Все, снял я щит с него, короче. Теперь снижаем вот так вот броню. Надеюсь, он сейчас не будет на себя опять стакать. Пока ничего не стал делать, поэтому наш шанс сейчас его как можно быстрее закромсать. Да ё-моё, ну... Сейчас опять щиты повесят. И вот опять эта тягомотина, да? Блин, да я тут все так потрачу. Да хорош ты! Вот прикинь, что они творят. Вот как вот? Вот нету барсика, ребят. Все, без барсика, блин, просто трэш какой-то. Очень фиговенько, да? Блин, это у нас с тобой энергия-то, кстати, не вечная. Ты слушай, ты запарил уже. Ёк-макарёк, только не говори, что ты сейчас уничтожишь мне его. Трэш. Дайте мне добить. Есть. Фу. Все, ребята, можно расслабиться немножко. С одним-то уж мы справимся, даже если он будет на себя щиты эти вешать. Это уже, как говорится, так себе фактор. Давай так вот сделаем укус. Еще укус. Сейчас щиты будет вешать на себя, да? Нет, атакует. Ну, мы с тобой, естественно, сейчас захиливаемся. И продолжаем его бомбить. Сейчас щиты повесят. Почему-то он не способен этого делать. Ну что же, я тогда нас поздравляю, друзья мои. С победой и с прохождением ивента. Крутанем последний раз колесо. Получим с тобой 125 миллионов рыбы. Ну и, естественно, 200 рун честно заработанных. Давай-давай-давай, забираем. Вы молодец, только что защитили целое поколение драконов. Вот, честно заработанное. Согласен. 773 руна у нас с тобой уже становится. Забираем еще 30 склянок. Так, обучить трех драконов. Слушай, подожди. А, у нас же, наверное, места еще нету, да? В академке. Буйволорд, 28 минут ему осталось тренироваться. Я, наверное, вечером уже за кадром зайду, ребята. Заберу все, что смогу. Так, здесь у нас два пака загадочных. Давай открывать. Монеты Одина. Громобой, шепот смерти, водорез. Окей. Так, давай еще один пак. Древесину можно... А, древесину я не могу забрать. Так, открываем. Монета Одина. Чудовище, шепот смерти, кревет. Так, а что у нас там, шестеренка? Ну да. Вот, вроде как и все. Все, что мы могли сегодня сделали. Все, что я хотел, я успел. Все у нас при делах, все работают. И это хорошо. Сколько у нас там? Один день, три часа. И не хватает 600. Не, ребят, я не успею. Мне придется тогда брать, наверное, священного ужаса. Скорее всего, ловушка-лом. Нет, наверное, тогда вот этого будем брать, да? 60 железа он собирает, а ты сколько? 554, ничего себе. Не, тогда лучше вот этого нам, ловушка лома. Хотя тут... А, он древесину, кстати, собирать не может, прикинь, вот этот чувак. А этот может все. Хм. Тогда выгоднее почему-то, мне кажется, ловушка лома брать. Ладно, друзья мои, вы об этом можете написать мне в комментариях, а мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.